Всем привет, уважаемые подписчики! Вы знаете, что самое интересное, я не так давно узнал. А ведь множество наших технологий реально существуют. Я, честно, иногда путаю о том, что, скорее всего, Россия, там, Китай и США создают какие-то сверхсекретные разработки. И это реально странно. Ну, представьте, на самом деле, вот я, честно, был в шоке, когда это узнал. У китайцев есть своя военная база и своя секретная военная база, где создаются технологии, там, летающих объектов. То же самое и у США, зона 51, все это знают, там держат в плену, как все утверждают, инопланетных существ и разрабатывают параллельно там какие-то там технологии. И это реально странно и реально страшно. Но на самом деле и в России есть Капустин Яр. Я, честно, в шоке был, когда это узнал. Читал множество интересных событий, и подписчики, те военные, которые в отставке, они много чего интересного говорят. И знаете, что самое интересное? А ведь обознавательных знаков нет у этих объектов. И считают, что это неопознанный летающий объект. Ну, представьте, на самом деле. А едут воевать там 17 или 117 танков. И тут появляются какие-то летающие объекты. Они их уничтожают. А офицеры, там, генералы понять не могут, а кто их уничтожил, без всяких обознавательных знаков, и сразу говорят НЛО. Да, друзья, это реально странно, но за последнее время можно увидеть много чего интересного. Не то, что вы думаете, что вот летающие объекты это просто фейк, розыгрыш или что-то еще. На самом деле много чего интересного происходит. Вы даже это не понимаете, да и не хотите понимать. Ведь множество наших зрителей, подписчиков считают, что НЛО это выдумка и брехня. Но на самом деле оказывается, что множество наших зрителей видят какие-то необычные формат события. Вот, например, на Кавказе был замечен какой-то летающий объект шарообразного типа. И все думали, что это шар летающий. А потом оказалось, что это не шар был, а летающий объект, который находился почти несколько часов в небе. И в горах их очень часто, я об этом уже говорил. Но на самом деле, часто, друзья, люди путают с объектом НЛО и разработки технологий от военных. Но что на самом деле военные создают? Есть множество интересных моментов, вот которые вы сейчас узнаете. Я, честно, это узнал потом. Есть летающие объекты, которые были замечены в Советском Союзе. Да, это было странно, но до этого момента у людей не было ни фотокамер, ни камеры цифровых. И они просто видели, как они пролетают. И в то время люди даже не понимали, а реально это вообще было. Оказывается, что Советский Союз до того момента, когда начал развиваться в прогрессе, создавая там летающие танки, реактивные танки, надводные там какие-то ракеты и так далее. И появились летающие объекты. Но знаете, что самое интересное? Это все появилось в 88 по 89 году, когда уже конец советского времени подходил к концу. И множество технологий, которые были созданы на то время, они просто исчезли. Вот просто-напросто взяли и исчезли в 92-91 году. А знаете, как они исчезли? Вы не поверите. Я лично читал очень интересную статью, и вы, может, читали, что Ельцин продал настоящий НЛО американской компании за 100 миллионов долларов. Представляете? За 100 миллионов долларов продали, можно сказать, бесконечность в развитии в будущем. Потом оказывается, что США после этих интересных событий перевезли эти технологии на зону 51. Там они начали его пытаться как-то разобрать. Кстати, насчет советских ученых до этого момента. Оказывается, что это был объект 51 или 53 года. И что самое интересное, советские ученые добились больше на то время, что американские их коллеги. И это оказывается, что они все отдали, даже те документации, которые разобрали. Но это еще не все. Америка начинает действовать по тем этапам, которые им надо создавать. Технологии, вооружение, оружие, технологии. И они создают. И был не так давно, это в 2013 году, на Аляске был замечен необычный объект. И он находился почти полчаса. И его, друзья, сопровождали два американских вертолета.
совпадение? Я думаю, нет. Потому что самый рядом с границей это... Нет, не Китай, это Россия. Поэтому множество технологий испытывают на ту тонкость, которую можно манипулировать своими технологиями. Но дальше идет еще интереснее. Оказывается, что Советский Союз не все продали свои научные технологии, и появилось в России нечто похожее на шарообразные объекты. Это уже все слышали, они черного типа и могут уничтожать и танки, и самолеты, и вертолеты, все подряд. Они отправляются в космос под видом спутников, и они циркулируются за счет какой-то энергии, я точно не знаю, и им, если нужна цель, они получают цель, команду, и эта командная цель летит на ту цель, которую надо уничтожить. Интересно, да? И когда они прилетают, уничтожают, и опять в космос, и что это было? НЛО. Да, НЛО уничтожило... можно сказать, что-то необычное. И опять же говорят, это НЛО. Но опять же, ведь можно, друзья, понять, что есть и другие тайны. Вот я слышал историю, как НЛО напало на военную базу, там 18 боеголовок ядерными. Пропали, исчезли, растворились, и военные также исчезли. Только один остался, который дал интервью. Но опять же, это такая необычная история, которая растянута по многофункциональным там событиям. И эти многофункциональные события могут искажаться каждым путем. И подумайте сами, а реально, что НЛО может не НЛО, а какие-то тайные разработки. Если вам, друзья, было, конечно, интересно, не забудьте нам подписаться на наш канал, поставить лайк, оставить комментарий и поставить самое главное колокольчик, чтобы вы не пропускали ни одну серию, потому что дальше я буду показывать все больше интересного стрима, интересных сюжетов, интересных видео и качественных событий, которые оставляют и зрители, и подписчики. Надеюсь, вам было очень интересно. Ну а я, друзья, конечно, с вами не прощаюсь. Я постоянно с вами на связи. Следите за моими выпусками. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения и всем добра и мира. Всем пока-пока!